Джаред, я желаю тебе счастья. Хочу, чтобы ты прожил прекрасную жизнь. Я люблю тебя, но ты не сможешь остаться в моем доме, если твой выбор в корне не совпадает с убеждениями нашей семьи. Джаред, скажи мне правду, прошу. Меня интересуют парни. Не знаю почему. Простите меня. Родители записали тебя в программу реабилитации, чтобы исправить. Но ты, Джаред, абсолютно нормальный и здоровый подросток. Там тебе обязательно помогут. Ну все, вам пора идти. Добро пожаловать в программу спасения. Человек не рождается гомосексуалистом. Это осознанный выбор. Смирно! Отучайтесь от этой глупости. Становитесь настоящими мужиками. Джаред, Господь порицает тебя и тебе подобных. Этого ты хочешь? Кто исконит этого демона? Мне очень тяжело. Позволь дать тебе совет. Говори то, что они хотят услышать. Притворяйся, если считаешь, что не можешь измениться. И не хочешь этого. То, что с тобой происходит, пройдет. Пройдет? Да. Пройдет! Я люблю Бога и своего сына. А вот отцу твоему разобраться непросто. Вернись, разговор не окончен. Он и не начинался. Ты меня не слышишь? Отвали! Представь, ты говоришь отцу, что ненавидишь его. Я не стану притворяться, что ненавижу отца. Это неправда. Тогда откуда в тебе столько гнева? Потому что вы меня бесите. Откройте дверь! Сейчас мама! Же! Иногда, чтобы помочь ребенку, приходится делать ему больно. Но мать чувствует, когда пора остановиться. Я не хочу больше притворяться. Я долго спрашивал себя и Бога, готов ли я потерять тебя. You're a revelation. Won't you liberate?